45 дней. 45 дней, как видишь Мадонну, и как она тебе показывается? Хорошо. Ты видишь ее каждый вечер? Расскажи, как ты ее видишь? Белая фата, серое платье и корона. Какая корона? Золотая? Блестящая. И где ты ее видишь? Везде. Во всех местах, в которых ты есть, всегда в 6 часов. И даже когда ты дома, и тогда она приходит ко мне домой. Где дома? Там, где я дома. И что она тебе говорит? Она говорит мне о больных. Это все твои фантазии? Что фантазия? Но ты ее правда видела? Да, правда. Двадцать 24 июня 1981 года. Этот день самый важный в моей жизни. В этот день был праздник Сан-Джованни. Сан-Джованни ди Меджугорье. В этот день мы не работаем. Иванка и я, мы решили убежать из деревни, чтобы остаться вдвоем и чтобы поболтать про наши дела, про наши юные дела. Мне было 15, и ей было 16 лет. Мы гуляли в том месте, которое сейчас зовется холмом появления Мадонны. И вдруг Иванка мне сказала, что она видит Мадонну. Видит Мадонну на холме. Прямо так мне и сказала. Я увидела сеньору, которая держала в руках ребенка, и она была в сером платье. Все это казалось очень странным, потому что никто из нас не поднимался туда в гору, особенно с ребенком на руках. Мадонна была уже там. Она не показалась из ничего, она уже там стояла. Мы даже не перекрестились, мы вообще не знали, что делать. В тот день я тоже пошла гулять и искала Милку. И Мария побежала навстречу мне и сказала: «Быстрее!» Она мне говорила: «Вицка, быстрее, быстрее!» Я ей говорила: «Вицка, быстрее, пойдем смотреть то, что видим мы. Если бы в тот момент пришли бы другие люди, мы их тоже бы позвали, потому что не были уверены в том, что происходит». Мне сказали: «Это Мадонна». Я говорю: «Мадонна?» Я повернулась, сняла свои ботинки и побежала оттуда. Вицка бежала и вся напуганная кричала: «Идите, посмотрите на Мадонну». Я повернулся к своему другу и сказал: «Оставь ее в покое. Она сумасшедшая, она не знает, что говорит». Я даже не мог себе представить, что Мадонна может показаться людям. Я все помню, как будто это было сегодня. Милка уронила все яблоки, которые несла. И наш друг убежал, как все мужчины с характером. Так я осталась посреди дороги. Я не смотрела ни на девочек, ни на гору, ни на Мадонну. Я смотрела вниз. Боже мой, я не могла двигаться. Было что-то внутри меня, что мне запрещало это делать. Через несколько секунд я подняла голову, но не по своей воле. Мадонна назвала. Она назвала руками. Но в первый вечер мы все убежали, мы напугались. И я говорю Иванке: «Кто знает, что мы видели? Лучше пойдем домой». Даже еще не закончила фразу, и мы уже бежали домой. Моя бабушка дома мне сказала: «Возьми молитвы и молись, и оставь Мадонну в небе в покое». Я ее послушала, потому что мне очень казалось странным мое состояние. Я могла успокоиться только с молитвой. Всю ночь я провел в страхе и все время думал: как же это могло произойти? Как это вообще может быть? И был у меня такой сильный страх. Вдруг она появится в моей комнате. Что же я буду делать? Толикого страха было. И боялся я от этой ночи, аж так вот дойду в мою собу, куда же побежать.
На следующий день я пошла с моими родственниками помогать им в саду. И я сказала им, что видела Мадонну и должна вернуться на этот холм. Что-то мне говорило, что я должна туда вернуться. Одна часть тебя тебе что-то говорит, тебя готовят. И чувствуешь в сердце, что что-то должно произойти. Не потому, что ты этого хочешь, но потому, что это прекрасное, что-то происходит. В тот день, 25 июня, пошел случайно навестить Марию. Вицка и другие пришли в мой дом, но меня не было. Я пошла в поле с моей мамой. Мария, которая была дома, она пошла с ней. С того дня и до сих пор Мария видела Мадонну. Мы шли с Вицкой, и вдруг мы увидели женскую фигуру, которая нас звала рукой, чтобы мы к ней приблизились. Мадонна нас ждала, и в тот момент, когда мы ее увидели, мне стало не хватать воздуха, я не мог даже шевельнуть ногами. Но было что-то большее, что меня остановило, как будто я застыл в воздухе, и дало мне силы, чтобы преодолеть все кустарники, весь этот холм, и мы к ней приблизились. Мы видели Мадонну в тот же день и в том же месте, но она была без ребенка. И в этот день, 25 июня, это первый день, когда мы к ней все-таки подошли. И так начался ее приход каждодневный. Какая-то невозможная сила меня привела туда наверх, с такой скоростью, что я даже до сих пор этого не понимаю. Они увидели Мадонну на холме и побежали туда, а мы за ними. Но мы их не могли догнать. Они все бежали и были такие счастливые, и все бежали туда на холм. Я не пошла смотреть на Мадонну, но я ее чувствовала в своей душе. Я чувствовала невероятное желание к ней приблизиться, поэтому мы прибежали первые к ней. И для людей было это очень удивительно, мы были маленькими девочками. В моей душе чувствовала, что я должен пойти на этот холм, потому что что-то в моей душе меня туда звало. И я чувствовала радость и мир невероятной души. Когда я к ней приблизился первый раз, и когда я своими глазами ее увидел, с тех пор для меня не существует ничего другого. Когда я прибежала к Мадонне, мне показалось, что я в раю. Бесконечная красота, любовь, защита, материнское чувство. Я почти потеряла чувство до этой красоты и до этой невероятной доброты. Когда видишь Мадонну, ничего не чувствуешь другого. Голова становится светлым, и внутри имеешь только любовь. Только свою любовь, ее любовь и доброту, которая тебя наполняет. Я не знала, была ли я жива или мертвая, почему это случилось с нами. Хотела только на нее смотреть и чувствовать так себя всегда прекрасно, как когда я была около нее. Потому что никогда на свете не видела такой красоты. Хотела, чтобы эти эмоции никогда не кончались. Хотела быть всегда с ней. Охваченная всей этой красотой, я ее спросила, может ли она сделать что-то, чтобы и другие увидели ее или поверили мне, что я ее вижу. Но она мне не ответила. И Вицка меня спросила, сколько времени было. В тех условиях мне показалось это очень странным вопросом. И я посмотрела на часы и увидела, что они совершенно все перевернуты. Я увидела их, что они возвращаются с холма. И в этот день я увидела эти часы, на которых Мадонна оставила свой знак. Сам механизм был смещен, и все стрелки были перевернуты.
Но часы шли. После того, как мы вернулись домой, полиция уже знала об этих часах, и она нас ждала, чтобы отнять. И нас повели к часовщику, чтобы часовщик доказал, что это все неправда. Но часовщик сказал, что при таком неисправном, перевернутом моторе часы не должны ходить. А они, однако же, ходили. Полиция отняла часы, и они хотели разбить эти часы. Но часы продолжали ходить. Эти часы остались такими, как Мадонна их сделала, перевернутыми, но это было доказательство ее силы. Это был первый символ того, что Мадонна нам является. Я помню, что люди нам говорили, мы точно уверены, что это Мадонна. Может быть, это что-то другое? Может быть, это какая-то злая сила? И моя бабушка мне сказала, Вицка, возьми стакан святой воды. Бабушка Вицки мне дала святой воды, и я ее понес наверх, на гору. Сначала пришел Иван Драгичевич и упал на колени. И потом все другие последовали за ним. Я их спросил, где Мадонна? Она была на камнях или на траве? И девочки сказали, что Мадонна, она как бы на облаке находится. Не трогала земли. Когда Мадонна показалась, мы упали на колени. Я взяла святую воду и говорю, если ты Мадонна, оставайся. Если ты не Мадонна, уходи. Она засмеялась. И пока она смеялась, святая вода исчезла, испарилась. Мадонна нам улыбнулась невероятной материнской улыбкой, полной любви, и сказала, не бойтесь меня. Я королева мира. И на третий день я тоже пошла с ними, но я не увидела ничего. Ну, значит, так хотел Сеньор и Бог, и Мадонна. Я даже на секундочку им не завидовал. Не завидовал, потому что мы были настолько объединены, и мне казалось, что эта радость, она присутствует во всех. Это невозможно описать, невозможно об этом говорить. Скажите Мадонне, чтобы она сделала какой-то знак, чтобы мы тоже удостоверились в ее существовании. И сейчас же дети ответили, счастливы те, кто не видит, а верит. И все подумали, откуда дети могут знать эти слова. Точно они этого не слышали раньше. Одно из самых сильных чувств, когда я увидела Мадонну на третий день. Мадонна показалась на кресте, и она нас пригласила в мир. Сзади нее был сверкающий огромный крест. И Мадонна заплакала и нас приглашала к миру и к объединению с людьми и с Богом. В этот момент в моей душе был огромный свет, который меня очистил изнутри. Я прямо чувствовал этот свет, который мне чистил мою душу. Чувствовала благодарность и свет. С тех пор что-то начало происходить внутри меня. Я чувствовала невероятный мир и хотела молиться. Те три дня я не видела людей, я не думала о них. Я была только с Мадонной. Даже когда я не была с ней, я всегда чувствовала ее рядом и в моих мыслях. Я ее обязательно опять увижу, опять я почувствую это счастье. Мне нравилось быть одной и молиться. В первые встречи Мадонна нас называла «Мои ангелы». С тех пор, как я увидел Мадонну в первый раз, моя жизнь совершенно поменялась. Я почувствовал, что я больше не тот мальчик 10 лет, который любил играть, быть с детишками. Я хотел только молиться и желал только видеть ее еще раз, чтобы чувствовать этот мир и благодать, когда я ее вижу рядом. Я работала в госпитале Чиклоке, и однажды летом кто-то мне сказал, что детишки из Меджугорье видели Мадонну.
Конечно же, никто не поверил. Были очень трудные времена, и полиция, и секретные службы, все меня преследовали. Они хотели, чтобы в 24 часа мы что-то обнаружили или что-то расследовали. Мы врачи. Пока мы допрашивали детей, что случилось, я подумала, это только детишки из деревни, у которых нет нормального образования. Они не знают мира, они не знают науки. Это скромные дети. Но очень интересно, потому что они все говорят одно и то же. Я провел часы и часы с ними. И никогда у меня не было недоверия к тому, что они говорят. И потом я начала думать, ну даже если что-то случилось, может быть, это гипноз. Ведь дети тогда верчивы. А может быть, это какой-то космический эффект, которого мы не знаем. Когда я вышел в коридор госпиталя, я увидел, что не было там никого. Моя мама и девочки, которые видели Мадонну, уже ушли на холм, где была Мадонна. Я зашел домой, и Мадонна уже была там. И очень странное чувство, и очень тяжело его описать. У меня было столько эмоций, я весь дрожал. Я упал на колени перед ней, и она подошла, положила мне голову на руки на голову и сказала: «Ребенок мой, я с тобой, я твоя мама, не бойся меня, я тебя защищу, я тебе помогу». Это было так здорово для меня, но я все равно весь дрожал от эмоций. 24 числа был последний день моих медитаций с монашками францисканами. Была пятница, и я еще ничего не знал. Я была тут вся перевязанная. Я вышла из машины напротив госпиталя и увидела нашего священника. И он меня спросил, что случилось, Драгица? И я говорю, где же вы есть? Мадонна нам является уже третью ночь. Я хотел пройти между людьми, чтобы не было паники, чтобы меньше было паники. Мы его очень ждали, потому что в храме происходили вещи очень странные. И священника, главного священника, не было. Мы ему все рассказали, что случилось, он нас послушал, а потом поговорил с верующими и с детьми, которые видели Мадонну. Ответы детей были очень простыми. Они мне не рассказывали никаких чудес, ничего такого, чему можно было бы не доверять. И потом я послушал кассеты, и чем больше их слушал, мне казалось, что все дети говорят одно и то же. Я подумал, что, может быть, коммунисты подготовили все это, потому что они хотят разрушить нашу веру в Мадонну. Mi sembrava che ogni ragazzino avesse detto lo stesso. Mi venne in mente che forse i comunisti avevano inventato tutto quanto. Non appena lasci la parrocchia, loro cercano di compromettere la religione e la nostra fede nella Madonna. Compromettere la nostra pobožnost prema Gospi. Он меня спросил тысячу раз одно и то же. И я ему сказала, я не знаю, кто хуже, вы или коммунисты. Я подумала, может быть, дали наркотики детям. Мы думали, что он нас поддержит, что будет как друг наш. Мы пошли к священнику, но он был хуже, чем полиция.
Какая еще Мадонна, говорил он. Peggiore della polizia. Ma che Madonna! Когда дети пришли ко мне в такой большой радости и увидели во мне серьезного, недоверчивого человека, это была именно борьба между светом и тьмой. Очень многие говорили, что мы врунишки, но я всегда знал, что это была Мадонна. Мы видели, как она появлялась. Сначала появлялся свет, а потом из света выходила Мадонна. И она смотрела на нас и улыбалась. Для них она была живая, реальная. Но для меня нет. Поэтому их рассказы для меня не значили ничего. Потому что мои чувства были умершими. Я слушал эту информацию без веры. Я все записал на кассету, но потом все изменилось. Может быть, потому что я был маленький, и мне было 10 лет, и не думали, что я расскажу что-то другое. И жизнь начинала становиться все сложнее и сложнее, потому что мы имели полицию, которая нас все время допрашивала, медиков, которые нам делали экзамены. Они нас отвели в полицию и хотели напугать. Мы сделаем так, чтобы твой отец вернулся из Германии, отнимем у него паспорт и чтобы он больше не мог работать. Faremo tornare tuo padre dalla Germania. Gli prenderemo il passaporto. Non potrà più andare a lavorare. А я сказала, ну пусть будет так, если этого хочет Бог и Мадонна. Мы тоже можем все выдержать, если выдерживают другие. И полицейский взял пистолет и сказал, я вас сейчас всех убью. Или закрою внизу, в подвале тюрьмы, где такие большие крысы. Я никогда не боялся, даже тогда, когда нас вели в полицию или в госпиталь. Я всегда чувствовал Мадонну рядом и очень большую уверенность и силу. Первый раз, когда мы были в полиции и у психиатра, я все воспринял как нормальную вещь, как то, что должно случиться. Потому что не можешь видеть Мадонну, и чтобы тебе не случилась какая-то проблема. Без проблемы может быть только на небе. Я понял, что это нелегко быть человеком, который видит Мадонну, потому что понимала и боялась немножко за своих родителей и за своих родственников, потому что я была маленькая еще, но мне приходилось их тянуть в эту историю. Однажды после обеда мы пошли в дом Вицки за 30 минут, как должна была показаться Мадонна. То, что случилось, я запомню навсегда, на всю жизнь. В доме была такая паника. В доме была Вицка, Яков, и ее мама и сестра заставляли ее сказать, скажи нам, ведь это неправда. Скажи, что неправда, потому что твоего папу заберут из Германии, он не сможет работать. У него заберут документы. Может быть, даже он будет в тюрьме. Стоти путь ей говори, ако е нешто, реци ми, па, знаш да ти е отец у Немачкој, да ће га потјерати, можда и затвори. И первые дни на самом деле было очень тяжело. Я не могла себе представить, что мой ребенок может такое увидеть. Мне было 16 лет, я была наивной, но в своем сердце я чувствовала, что ничего не могло случиться. Моя душа и Мадонна мне дарили много силы, и ничто не могло меня остановить. Вдруг один ребенок мне дал в руки молитва слов. И все побежали на холм. Не знаю, как я могла быть такой уверенной в себе. Я думала, что мне хватит нескольких секунд, чтобы понять то, что происходит.
Перед тем, как появлялась Мадонна, мы приготавливались с молитвой, чтобы пришел свет. Все дети кричали все вместе: «Вот оно!» Разговаривали с Мадонной, и я думала, почему такой феномен не придет в какое-то место очень известное в мире, как кафедрали Нотр-Дам в Париже. Если бы такое случилось там, все бы были потрясены. Все случилось здесь, в этой пустыне, полной сорняков, камней, в этой бедной деревне. И скоро Мадонна ответила, потому что здесь много людей, которые верят. Этот ответ меня не давал покоя, ведь эти дети, они такие наивные, они не могли ее придумать. В этот момент доктор встала на колени. И снова я подумала, что здесь идет речь о каком-то космическом феномене. И я спросила, я могу ее потрогать? И Вицка сказала, «Мадонна, эта женщина может тебя потрогать?» И Мадонна ответила, «Как же нет? Пусть она подойдет». И я подошла и начала ее трогать. Но Мадонна, которую я не видела, исчезла. Я чувствовала это ужасное чувство, что она ушла наверх и направо. Не знаю, как объяснить, но я знала это. Доктор мне сказала, мне кажется, что моя рука застыла. Мадонна возвращается, вот она, сказали все. Все закричали, вот, вот она, возвращается. И что она вам говорит? Она говорит, что всегда были верующие, неверующие и Иуда. И что это значит? Я знала в тот же миг и знаю и сейчас, что все эти три были я. Все три были мной. Мы сошли вниз, и детишки сидели на ступеньках и смеялись, играли, разговаривали, как будто ничего и не произошло. Этому нет никаких объяснений, потому что ученые всегда ищут ответы конкретные, потому что так они и думают конкретно. Но этот феномен не может быть трактован так. Как вы можете доказать, что вы видели Мадонну? Так как милиция к нам все время приходила, они однажды пришли с социальным работником, сеньора Любица из Сараева. Они взяли нас в свою машину и сказали, что повезут погулять далеко от города. Но на самом деле все было по-другому. У них было задание увезти нас подальше от Меджугорье в то время, когда должны были быть визионе, когда Мадонна должна была прийти. И когда наступил час, то есть 6 часов, когда Мадонна должна была прийти, мы были в другом городе. И мы попросили остановить машину, потому что мы должны были встать на колени, чтобы начать молиться. Мы чувствовали, что сейчас покажется Мадонна. Мы просили остановить машину, или иначе мы выбросимся из машины. Мы видели Мадонну и свет, который приближался. И когда Мадонна появилась, мы видели, что сеньора Любица из Сараева была очень взволнована, и она не хотела говорить ни одного слова. Я возвратился из работы, и полиция меня уже ждала, чтобы допросить. Я осталась около полиции на всю ночь, что и ждала, когда моего сына отпустят. Меня обвиняли, что я заставил детей так говорить, и что это все было неправдой, и что Мадонна не являлась. Были свидетели, которые видели огромный крест, миллионы лучей солнечных,
и видели свет, но полиция сказала, что им не нужны никакие свидетели, и послезавтра меня направят в тюрьму. И меня посадили на 2 месяца только потому, что я об этом говорил. Когда Мадонна пригласила верующих прийти в церковь, полиция и коммунисты превратились в дьяволов. Не разрешали детям идти в церковь. Полиция была везде, была около домов. Если мы убегали на холм, полиция была там. Дети убегали короткими дорогами, скрывались от полиции, чтобы прибежать в церковь. Куда бы мы ни приходили, везде была полиция, поэтому каждый раз мы меняли место для встречи с Мадонной, для явления Мадонны. И Мадонна нам всегда говорила, где мы будем встречаться. Вход в церковь был заполнен людьми, теми, кто живет в этом селении и другими людьми из других мест. Я начинал читать молитву и медитировать. И около 5:30 увидел, что люди выходят из церкви. И скоро я остался один в церкви. Вышел и я также из церкви и увидел, что люди поднимаются на холм. Возвратился очень грустным, встал на колени и стал молиться. Открыл Евангелие и стал нервно читать. Думал, это очень легко было для Господа, потому что Он знал твое существование, Он знал твою доброту. Мы здесь ничего не знаем. Мы потрясены. Мы не знаем то, что происходит. Что в сердцах этих детей на самом деле? Так я думал, задавая вопросы Господу. И вдруг я почувствовал голос, услышал голос человеческий, очень чистый. «Выйди из церкви и защити детей». Не могу объяснить, но я вышел из церкви без страха. Мы приближались к церкви, и там было очень-очень много полиции. И мы побежали к церкви. Я открыл дверь, и дети кинулись ко мне. Мы нашли любовь Мадонны проприо в глазах нашего священника. Я помню об одной смелой женщине, которая говорила: «Боже мой, наш священник — это единственный человек, который не верит». Они были очень счастливы, когда я встал, и они поняли, что я увидел Мадонну. Мы были в церкви, молились. И Мадонна мне явилась, когда я читал молитву. Около меня были дети, которые ее видели. Я стояла в центре. Перед тем, как явилась Мадонна, перед тем, как появился свет, я чувствовала, что наш священник видел ее перед тем, как мы ее увидели. Мы были уверены, что наконец-то наш священник ее увидел. В тот момент, когда я увидел, как Мадонна приближается к алтарю, мы перестали молиться. В этот момент мое сердце открылось, как глаза моей души. Мадонна нас поблагодарила за молитвы и сказала: «Любимые мои дети, каждый день читайте молитву вместе, молитесь сердцем». Мадонна попросила нас быть сильными и поблагодарила за все. И после этого мы спросили нашего священника, если он ее видел. Он улыбнулся и ничего не сказал. С тех пор в нашей церкви все время молились. И только война, и только бомбы заставляли нас прекратить.
Я помню день, когда Мадонна мне сказала, чтобы люди начали пост. Мне было легко пробраться в церковь. Ответила, я не могу передать твое послание. Видишь, сколько полиции. Я разговаривала с ней, как со своей мамой. Я разговаривала, как ребенок. И Мадонна сказала, молись. И он стал молиться из любопытства, чтобы посмотреть, если его молитвы принесут пользу. И когда увидел полицию, спрятался за деревом, а потом побежал в церковь. Он прятался от полиции повсюду. Он поменял 6 машин, чтобы доехать до церкви. Вышел из багажника и прибежал к алтарю. Я его дернул за рукав, и он меня поднял и поставил на алтарь. Он был очень маленький еще и не мог видеть из-за алтаря. Я его взял и поставил на алтарь. А он не носил обувь, и на алтаре остались следы. Следы от 2 ног, которые у меня до сих пор перед глазами. Я навсегда это запомню, потому что не можешь забыть момент, когда священник тебя поднимает на алтарь, и ты говоришь людям, чтобы они начали пост. И ты чувствуешь поддержку, ты чувствуешь невероятную радость, потому что ты знаешь, что ты делаешь то, что Мадонна тебя попросила сделать. Вы готовы к голоданию, вы готовы к посту. И когда был этот голос от мальчика, казалось, что церковь сейчас обрушится, рухнет. Мы готовы сделать что угодно, то, что Мадонна нас просит, ответили прихожане. Августа 1981 года в церкви было 150 человек, которые молились. И мы молились и ждали явления Мадонны. И видящие дети сказали, что можно дотронуться до Мадонны. И мы нарисовали линии. Здесь стояла Мадонна. В 1 метре от людей. Около 50 человек дотронулось до Мадонны. Когда пришла моя очередь, я тоже дотронулся до Мадонны. И моя рука как будто отнялась. Я положил руку и почувствовал лед в моей руке. Я был уже верующий, но моя вера очень усилилась. После этого Мария Павлович побежала вперед и начала плакать. «Мария, почему ты плачешь?» Она ответила, что Мадонна ушла в платье совершенно грязном. «И послезавтра мы должны все идти в церковь, каяться и причащаться». Было очень сложно, такая тяжесть в сердце и вопрос, почему, почему она ушла и почему ее платье все грязное. Мы, дети, не знали причины. Может быть, это от греха или что-то другое. И Мадонна сказала, что причина в грехе. Я помню, сколько людей вылечилось в ту пятницу от алкоголизма. То, что им не удалось сделать в госпитале, удалось благодаря чуду. Люди, которые сохраняли пост, они чувствовали необходимость покончить с грехом. И в тот день Мадонна оставила им месаджо. «Дорогие мои дети, делайте покаяние хотя бы один раз в месяц». И с тех пор люди стали каяться, стали причащаться и соблюдать праздник. Я была еще маленькая и не понимала, что со мной случается. Как я могу спрашивать Мадонну? Но я набралась смелости после того, как я увидела больных, и я видела, что они правда нуждаются в помощи. И поэтому я подумала, что Мадонна не обиделась бы, если бы я ее спросила о них. Как видите, после 20 лет я совершенно выздоровевший. Даже если
Медицина мне говорила, что это невозможно. Я могу показать документы. У меня была саркома. Я помню, что люди не хотели возвращаться домой. Они хотели молиться за каждого. И дети, видящие Мадонну, были за алтарем и молились на коленях. И я молился вместе с ними. И все это длилось до полуночи. Вицка мне сказала молиться и верить, что Мадонна мне поможет. После большого знака Мадонна пообещала, что у него будет опять своя нога. Я помню, это 17 августа. Было так много полиции, вертолеты, собаки, сотни солдат окружили церковь, чтобы никто не мог приблизиться. Но Мадонна сказала: «Если что-то случится, молитесь, и все будет хорошо». Я чувствовал зов и порыв идти в Меджугорье. Поехал и увидел очень много людей, около 5000. Я их спросил, что здесь случилось. Мне ответили, что полиция не разрешает никому подходить к церкви, что священники были арестованы и что не будет мессы. Было сложно, потому что тем утром полиция пришла меня забрать рано утром. Меня арестовали. Нельзя было пойти на холм и нельзя было зайти в церковь. Мы пошли в церковь, и церковь была полностью заполнена полицией. Уходили в поля, и там то же самое. В конце концов, мы спрятались дома. Полиция оцепила все. Я спросила у полиции ключи от колокольни. Один полицейский сказал, чтобы я возвратился и не ходил в церковь, а то у меня будут неприятности. Но я сказал, что я должен зайти в церковь, чтобы увидеть, что происходит. Так как я очень просил, мне в конце концов дали ключи. Когда начали звонить колокола, люди приблизились к церкви. Никто даже не надеялся, что месса начнется, и что они услышат, люди услышат колокольный звон. Полиция оцепила вход. Она была вооружена, но им не удавалось задержать людей. Думал, что я буду проводить службу, но в храме уже был еще один священник, который начал мессу. Колокольный звон продолжался, и люди молились весь вечер без меня. И так они молились год, полтора года без меня и со мной. И Бог был с ними. Мадонна нам давала силу понять то, что происходит, и ситуацию, что наш священник сидит в тюрьме. И я слышала, что Мадонна мне отвечала: «Я с ним рядом». У меня все унесли, как у других тюремщиков. Меня посадили в карчеры, где не было ни света, ни времени. Я не знал, то ли день, то ли ночь. Там была совершенная темнота. Никогда не спрашивала Мадонну, почему, но в моем сердце все время звучал этот вопрос. Почему? Почему? Я не знал, какой день сегодня, не знал, какое число. И меня повели допрашивать. Знаю, что это были очень сложные моменты, но также знаю, что Мадонна всегда была рядом и помогала ему. Все у меня унесли. Все.
Но, наконец, я обнаружил мой молитвослов у меня в кармане. Еще сегодня я не понимаю, как это могло произойти. Это было очень сильно, это было настоящее чудо. Я его нашел в кармане, в своих руках держал. В момент, когда я думал, что у меня больше ничего нет, я нашел все. В каждом доме мы молились за нашего священника, и в церкви тоже, чтобы Бог дал ему мужество это выдержать, и чтобы он вернулся. Я чувствую, что когда человек молится, он находит ответ. Когда начинает любить молитву, он находит правильный путь. И я чувствую большую любовь и доверие к Мадонне и к Розарию, к молитвослову. Она нам говорила: молитесь, молитесь всем сердцем, каждый день. Даже если мы страдали, в нашем сердце всегда была надежда. Ничего не было сложным. Я был готов отдать свою жизнь. Как только я вернулась в Сараево, чтобы пойти в школу, меня начали отдалять от школы. Каждое утро приезжали меня забирать из министерства Боснии и Герцеговины. И я никогда не знала, когда я вернусь домой. И если вообще я туда вернусь. Я на самом деле боялась, даже если я это скрывала. Я думала, что я это выдержу, потому что Мадонна меня выбрала. И если бы я умерла, значит, так Бог хочет. Одним вечером я был на холме с детьми, которые видят Мадонну. И мы все вместе увидели свет. У меня были закрытые глаза и наклоненная голова. И вдруг я услышал голос: «Открой глаза». Посмотри на небо. Посмотрел и увидел небо, которое открывается, и свет, который нисходит к нам. И я закричал: «Я вижу свет!» И 6 человек, которые были за мной, закричали: «Видите свет?» Это невозможно описать. Ни ее цвета, ни ее восхитительной красоты. Не формы. Это свет, который может сойти только с неба. Люди увидели свет и прибежали к нам и начали молиться. Все увидели свет и нашу группу в свете. Было запрещено подниматься на холм, потому что везде была полиция. Но в этот вечер не было полиции. Кто знает почему? Это было, наверное, первое паломничество в Меджугорье. Мы немножко погуляли, и мы начали смотреть солнце, потому что оно дрожало. И было странно, что мы можем смотреть на солнце без слез. Оно двигалось. Я вышел из церкви и увидел людей на коленях. Боже мой, что происходит? Посмотрел на холм и увидел то, что видят и они. Весь холм был в свете. Свет был настолько сильный, что не было видно ни креста, ни Мадонны. Но потом стало видно крест и надпись «Мир». Интересно, что люди, которые были в их домах, видели то же самое, как и мы, которые были около церкви. В один момент я увидела холм в свете и буквы из золота «Мир». Эта надпись около 3 минут оставалась на этом месте, а потом передвинулась на другой холм, и там застыла опять на 4 минуты, и потом перешла
в сторону церкви. Это была надпись золотых букв «Мир». Эта надпись остановилась между двумя колоколами. Все могли ее видеть. Мы обрабатывали землю, когда я подняла глаза и посмотрела на крест. Крест исчез. И остался только светящийся воздух. Мы упали на колени и начали молиться. На месте креста мы увидели фигуру Мадонны. А потом она переместилась на восток. И потом ее фигура исчезла, а крест, казалось, двигается. Был такой невероятный свет, который загораживал крест, и креста было не видно. Как всегда, я молилась под крестом, открываю глаза, и креста больше не было. Не могу вам описать то, что я почувствовала. Это был просто шок, потому что не понимала, как может исчезнуть крест высотой 10 метров. Я моргала, но креста не было. Я себя чувствовала, как в другом мире, мне не хватало воздуха. Я посмотрела наверх и увидела, как крест вращается. Как он может вращаться? Я зашел домой и потом опять вышел и увидел крест, который вращается. Era un fuoco molto splendente. Più splendente di un fuoco normale, ma senza fumo. Dopo qualche minuto si spense da solo. Però, se brucia un fiammifero, vi rimane della cenere. La cenere noi non l'abbiamo trovata. Penso che la Madonna avesse all'inizio fatto dei segni perché anche loro capissero che noi veramente vedevamo la Madonna. Anche dopo aver subito tanto dalla polizia, i parrocchiani rimasero fedeli alla Madonna. Ci hanno aiutato e permesso di diffondere i messaggi della Madonna. Hanno aiutato i pellegrini che venivano. Penso che a tutti i parrocchiani presenti dobbiamo ringraziare di cuore. Međugorje era dall'inizio aperta al programma della Madonna e perciò l'abbiamo sentita dire: ho scelto io questa parrocchia. Tutti gli altri popoli si sono rivolti a noi, non per ammirarci, ma per trovare la Madonna fra di noi. La parrocchia di Međugorje ha fatto il massimo sacrificio, ha sofferto persecuzioni e ingiustizie, calunnie e diffamazioni, per non offendere la regina della pace. La Madonna ci promise un visibile segno perenne nel luogo dell'apparizione che sarebbe stato indistruttibile, che ci sarebbe rimasto per sempre. Ne lascia sempre uno, in particolare a coloro che sono lontani dal Signore, è come una prova della sua presenza in terra da tanto tempo. Io ero agnostica prima delle apparizioni, ma poi cambiai. Ho provato questa grande sensazione di metamorfosi. Sono rimasta la stessa persona, ma sono completamente cambiata. Ho una nuova personalità. Mi sentivo come un recipiente che viene riempito in continuo, nel senso spirituale. I molti che si occupano oggi del fenomeno Međugorje si pongono la domanda sul ruolo di Međugorje nel millennio che sta per iniziare. Il mondo è sconvolto da tutti i possibili tipi di crisi. Da questo fatto noi possiamo solo trarre una purificazione spirituale, una discesa, ovvero una rivoluzione spirituale. Ed è qui che prende parte il ruolo della Madonna, con il suo amore materno. Solo un amore materno può per 20 anni pazientemente apparire per insegnare ai propri figli sulla terra che solo la trasformazione dell'uomo, ed è questo il compito che ci assegna la Madonna, è un salto nell'evoluzione, può portare progresso all'umanità. Tutti i messaggi che la Madonna ci lasciò in questi 20 anni, il messaggio della pace, della preghiera, della conversione, del digiuno e dell'espiazione, della pura fede, dell'amore e della speranza, sono i messaggi del Vangelo. E mediante questi messaggi la Madonna ci fa capire che esiste ancora speranza per il nostro mondo.
Se accettiamo il Vangelo, la sua parola, possiamo sperare nel rinnovamento spirituale del mondo. Possiamo očekivati, možemo se nadati jednoj obnovi svijeta, duhovnoj obnovi svijeta, duhovnoj obnovi čovječanstva. Međugorje offre all'uomo un invito di tornare al Signore mediante la preghiera, la confessione, la riconciliazione con il Signore e quindi la riconciliazione dell'uomo con i suoi fratelli. Penso che la Madonna chieda questo ad ogni individuo e perciò la via della trasformazione spirituale, della conversione deve essere la più difficile, nonché la più bella, è il più bello dei viaggi.